Всем привет! Сегодня мы будем читать белорусскую лесную газету. Кто-нибудь мне объясните, что такое демократичные цены? От этой демократии уже не только меня, весь народ белорусский тошнит вместе со всеми россиянами, украинцами и так далее. Почему демократичные цены более привлекательное выражение, чем авторитарные? Какая демократия? Это двойные стандарты. В предпраздничный период выявляется до 50 фактов уничтожения деревьев хвойных пород. То есть, если вы пришли с топориком в лес и вырубили елочку, вы ее уничтожили. Сейчас вы видите не уничтожение леса в промышленных масштабах. Чем можно измерить красоту женщины? Оказывается, вокальными данными, музыкальными способностями, четкой дикцией, умением держаться на сцене и кулинарными талантами. Если Фаина Детченко самая красивая работница лесхоза, то что можно сказать об остальных участницах конкурса? Министр лесного хозяйства Михаил Амельянович сделал правильный выбор, подписавшись на БЛГ. Почему белорусская лесная газета решает, что есть правильный выбор? Данное издание выписывает моя теща, а также наше лесничество. Скажите, для чего же мне нужно выписывать его снова? И я говорю, нет подписки на белорусскую лесную газету. Спасибо за внимание, всем добра!